Афганская армия при поддержке авиации США ведет контрнаступление против боевиков «Талибан», установивших в понедельник контроль над городом Кундуз. В тот же вечер десятки спецподразделений афганских войск были направлены в район городского аэропорта. Захват Кундуза – первая за 14 лет крупная победа группировки «Талибан». Кундуз – административный центр одноименной провинции на севере страны, которая является ключевой точкой, соединяющей центральную и северную части Афганистана, имеющей прямой путь к Кабулу. Большинство военных экспертов полагают, что правительственным силам в итоге удастся освободить Кундуз. Сейчас талибы не ставят перед собой задачу долго удерживать город. Для них главное – провести демонстрацию силы, что и было успешно сделано.